Здравствуй, Яна. Такая вот заминка произошла. Сейчас мы начнем. А ты пока расскажи что-нибудь на английском. Сейчас меня слышно, надеюсь. Молодец. Что-нибудь на английском сможешь мне рассказать? Что? What is your name? How are you? My name is Yana. I'm fine, and you? Okay, I'm fine too. Давай мы тогда повторим материал. Давай по черепашку включу. Давай даже не это возьмем, а по частям, чтобы было не очень сложно. Вы проходили continuous времена уже, прогрессив? Нет, не проходили, да? Ну давай, чтобы не было так сложно. Что-нибудь полегче. Сравнение. Сравнение наверняка проходили. Вроде да. Вот. Моя книга намного новее, как сказать. Ну, давай начнем переводить. Моя, как будет? My book. А новее как будет? Намного это слово матч, а как будет новее? Нела. Только не never, а newer, newer от слова new, new, New York, Новый Йорк. Да, молодец. Как мы переведем? Моя книга и... Нет. It is, это как А что? переводится? It is. It is. Это... Это. Бук как переведем? Книга. А the newest? Новее. Только какая? The это показатель и S. И ST показатель превосходной степени, то есть самый-самый. Как будет? Самый новый, как будет по-английски, по-русски. Ну вот тут есть варианты ответа. Ты выбираешь. Знаю, а у меня просто картинку показывает. Вот, новейшая книга. То есть, new, давай даже запишем это правило. Так, почему-то не видно. А, так, все, я понял свою ошибку. Я не начал демонстрацию экрана, похоже. Так, сейчас видно, да? Да. Все. Спасибо, что сказал. Только в следующий раз говори, не стесняйся. То тоже бывает. Все мы люди, ошибаемся. Так, это новейшая книга. Молодец. То есть мы пишем new, newer, это показатель. Я думаю, почему у меня не пишет. Вот, new, даже запиши себе. Newer. Если короткое слово. Если длинное, там по-другому. И the newest. The newest. Это получается новый, новее и самый новый.
или новейшая в данном случае книга. Вот. И тут newest, я уже new не буду писать, чтобы время сэкономить. Ты себе это запиши. Молодец. Она на 5 лет младше меня. Ты успела записать? New, newer, the newest. Да. Молодец. Давай, как будет? Она на 5 лет младше меня. She's 5 years younger than me. Да, молодец. I am much older than you. Да. Матч ты как запомнила? Как переводится? Ну, Старше. нет, Ой. Ну, не стать. намного жизни. Намного, да. Давай, полностью предложение. Я намного старше тебя. Да, молодец. Так, идем дальше. Второе. Their oldest daughter is married. Все правильно. Самая старшая дочь. He is the youngest of six children. Да, вот видишь, the это показатель превосходной степени и есть превосходная степень, как тут. Это сравнительная степень, то есть что-то кого-то сравнивать с чем-то новее, веселее и так далее. А это превосходная степень, то есть самый-самый. Да, как переведем? Он младше 6 детей. Да, он только не младший, Youngest. а какой? Если превосходная степень. Младше. Так, тут, кстати, этого нету. Должно быть, он самый младший. Есть там дальше? Нет, странно. Ну, в Duolingo тоже бывают свои пробелы. Да, теперь надо сравнительную степень, то есть старше. Всегда сравниваться, чем кто-то что-то лучше, чем что-то, или что-то хуже, чем что-то. Давай, как будет? Он? He. He. Дальше глагол to be. Как будет глагол to be со словом he? Is He is older. older Дальше чем как будет чем? then. Then. Than. Sure. Her. This book is the newest. Да, как будет? Во-первых, переведи, что он сказал. Можно черепашку This включить. book is the newest. This book is the newest. Это книга новая. Как? This. Произнеси. This is book in the Book newest. is Молодец. Только не the новая, а какая? newest. Да, новейшая или самая новая. Молодец. Дальше.
Актер намного моложе. Намного, я тебе подскажу. Матч. Матч. Хектор. Только какой-то The. определенный актер. Актер, поэтому the actor. Actor. Матч. Только глагол в начале. Is. 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 Is much. Much. Youngest. Только Be. моложе, моложе. То есть кто-то лучше кого-то. Что мы используем? Какое окончание? Younger. Younger. Actress. Чем? Then. Than. Actress. Только не actress, а the The. actress. Тоже определенный. Определенный актрисы. Actress. He is the oldest Молодец. son. He is the oldest son. Да, теперь He is the произнеси. oldest son. He is the older son. Как He переведем? is. Он старше. Только не старше, а The oldest son. The и st окончание, вот я тебе показал. Это новый, это новее, а это самый новый или новейший. И тут также, как будет тут? The oldest. Ну да, самый старый или мы переведем самый старший. Молодец. Он как будет? He. He. Дальше глагол to be. Is. Is. И старший, то есть самый старший. Oldest. Только Oldest. надо еще артикль какой-нибудь The ставить. older. Да, the oldest. The oldest. И какой еще? Son. Son. Молодец. She is not the youngest in her family. Давайте башку включим. Is not the youngest и ты повтори. In her family. She is not the youngest in her family. She is not. She is not. She is not the youngest in her family. Youngest. Только артикль должен быть. She is not the youngest in her family. Ну, наверное, тебе не The. очень. The. The. Youngest. The youngest. Youngest. И She is not the youngest in her family. Ну, Можно помедленнее, медленнее. можно. She is not the youngest in her family. The youngest. In Да. her family. In, да, in her her family. family. А теперь переведем, как переводится. Она не младшая в ее семье. Да, она не самая младшая. The youngest это the и est означает, что это самый-самый. Молодец. Как будет моя?
Книга. My. Да. My. Книга. Is. Нет, книга в начале. My book. Book. Is. Is never. Только намного еще надо. Намного. Much. Да. Much newer. Newer. Вот запиши, запиши. My book is much newer. То есть much, подчеркни и напиши намного. Намного. Это хорошее ходовое выражение. Можно его в копилочку себе записать. My book is much newer. И также можешь сказать my book, my mom is much younger than her, допустим. Молодец. Записала, да? Да. Угу. Молодец. He is the youngest of six children. Так. He is the youngest of six children. Угу. He is the youngest of six children. He is the youngest. He. Угу. Is. He is the youngest of six children. She's the youngest, youngest of six children. Молодец, как переведем? Children. He is the youngest of six children. Как переведем? Ну, Яна, не бойся, все лучше сейчас делать ошибку, чем на уроке. He is the youngest of his six children. Он самый младший. Да. Из шести детей. Молодец. Он самый младший из шести детей. Да. Ее карандаш новее моего, как сказать. Только это вопрос. Ее карандаш новее моего? В вопросе мы меняем местами, помнишь, да? Глагол и существительное мы меняем местами. Даже тебе подсказка, за главной буквы глагол написан. Еще пенсию. Нет, только глагол в начале to be должен быть. Then. Is. Her pencil. Да, is her pencil. Her. Pencil. Never. Только newer. Не, never, а newer. Newer. Never это newer. Then newer. Mine. Да, then mine. Все правильно. Then mine. Молодец. ER это окончание сравнительной степени, то есть когда что-то с чем-то сравнивают. ER. Newer, older, sweeter и так далее. Дальше. Older. Второе. He is older. Elder – это старший брат. Допустим. Я младший ребенок. Как сказать? Самый младший имеется в виду. Вначале я надо сказать. I. Дальше какой глагол идет? The. Нет. Глагол to be. I
Какой употребляется глагол? Какую форму принимает глагол be? I am. I am, все правильно. Am The the youngest youngest child. child, Child. все правильно. Child. Это исключение, поэтому child, не child, а child. Child. Молодец. Видишь, тут event, значит, это сравнение. Сравнение мы какое окончание используем? Второе. Да, younger, younger. Молодец. Это новейшая книга, то есть самая новая, как сказать. This Да, this is или it is. is. Все правильно. It is. The The. новейший. Never Да, newest, newest, new used. это новый, а мы добавляем ist, newest. 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 Book. Newest. Book. Book. Все правильно. Молодец. Скоро ты до конца дойдешь. Вот Duolingo даже тебе силу свою показывает, как ты сильно выросла. Да. Ее карандаш новее моего. Только это вопрос. Надо вначале глагол поставить to be. Какую форму глагол to be принимать с местоимением it? Ее карандаш новее моего. Вначале выбираем is, am или are. Что мы выбираем? Яна. Ну, давайте подскажу. Is, потому что it is. It is. Я просто звук выключил. А, звук был выключен. Понятно. Да. Да, is her. Карандаш, помнишь как? Пенсил. Pencil, молодец. Новее как будет? New, новый, а как будет новее? Newer. Newer, все правильно. Newer. Так, много. И моего вначале надо чем? По-английски. Знаю. Да, then mine. Молодец. Молодец. Так, и сейчас тогда аудирование сделаем, чтобы отдохнуть немножко. Аудирование. Ты какую-нибудь историю мы с A тобой date. про свидание слушали? Нет. Нет? Хорошо. Julia has a date at a restaurant. Ты повторяй и переводи. Julia has a date at a restaurant. Julia ходила на свидание в ресторан. Да, у нее было свидание в ресторане. Hi, how are you? Hi, how are you? Привет, как ты? Good, Хорошо. thanks. Good, thanks. Хорошо, спасибо. Good, thanks. Немножко язычок между зубками. Thanks. What do you want to eat? What do you want to eat? Что ты хочешь есть? Да. Правильно, A молодец. salad. Is salad. Salad. Салат. I don't eat meat. I don't eat meat. Я не ем мясо.
Are you a vegetarian? Are you vegetarian? Да, are you vegetarian? Yes. Yes. Да. Молодец. Me too. Me too. Я тоже. Молодец. Молодец, ты уже ответил, поэтому Perfect. Я буду помогать тебе. Perfect. Замечательно. Where are you from? Where are you from? Откуда ты? I'm from the United States. I'm from the United States. Помнишь, как я выезд? The USA. Из Соединенных Штатов? Да. United States of America. Это the USA. Молодец. But my parents are from Russia. Да, теперь надо тебе сказать. But my parents are from Russia. Так. My надо. Так, что? But my parents are from Russia. Молодец. Я думал, надо местами поменять. Ну ладно. I'm Russian, я русская. Молодец. Russia is nice. Россия хорошая. Ну да, прекрасная, милая, замечательная. Do you have pets? Ты хочешь животных? Только не хочешь, а у тебя есть животные домашние? Давай, теперь ты выберешь. Если у него домашние животные, у нее. Молодец. I have 3 cats and 2 dogs. I have 3 cats and 2 dogs. У меня есть 3 собаки и 2 кошки. А, наоборот. Ну да, наоборот. 3 кошки, 2 собаки. Просто поторопилась. Wow. Правильно ответила. Вау. Вау. I have 2 dogs too, Sarah. I have 2 dogs too, Sarah. What? My name is Julia. What? My name is Julia. Что мое имя Julia? What's your name? Julia. Are you Connor? What's your name? Are you Connor? Как твое имя? Ты Connor? No. My name is Daniel. No, my name is Daniel. Нет, мое имя Даниил. Ну, я тебе помогу. A woman enters the restaurant and speaks to Daniel. Тоже прочитай и переведи. A woman enters the restaurant and speaks to Daniel. Да, speaks to Daniel. Hi, are you Daniel? I'm Sarah. Hi, are you Daniel? I'm Sarah. Привет, ты Daniel, я Сара. No, sorry. I'm Connor. No, sorry, I'm Connor. Нет, прости, я Connor. Что мы выберем? Последнее. Да, и выберем теперь, что, как переводится. Russian, русское. Thanks, спасибо. But, no. Is nice, замечательно. Sorry, извини. Молодец.
А теперь скажи какие-нибудь предложения. Допустим, вернее, я умнее, чем моя кошка, допустим, так. Или какую-нибудь девочку вспомни в классе. I'm smarter than my girlfriend. I'm smarter than my girl's friend. Окей. Как будет? Я красивее тебя. Только там другое правило употреблять. Сейчас я напишу. Да, I am. Может, ты вспомнишь так, без меня? Pretty можно pretty. Да, а если слово длинное, как beautiful. Beautiful. То используется most и more. Ты, наверное, это помнишь, но я тебе напомню. Если не помнишь, то запиши обязательно. То сравнительная степень будет more beautiful, а превосходная будет the most beautiful. Скажи, он самый, это самый удобный стул. Удобный будет comfortable. This is most. Только the most. This is the most comfortable. Да. Стул. Chair, да, chair. Это ложка удобнее, чем та. Ложка будет спун, спун. This one is more comfortable Then that one. Хорошо, молодец. А как будет? Он замечательнее, чем она. Хорошо, молодец. А как сказать, это задание лучше, чем мое задание лучше, чем твое? Задание exercise. My exercise is Ну вот, все, подошло наше время. Молодец, ты хорошо позанималась, несмотря на то, что очень хотелось чем-то интересным заняться, но ты выдержала, молодец. Так, мы заканчиваем конференцию. До свидания. Счастливенько.